Бетик. Да, и Рики Мару еще есть в пуле, но, видимо, мы видим ЛЦ-пятерку ту самую. Как-то в Юго-Восточной Азии, похоже, не придумали ничего, да, против Бетика. Да, и тут Пангалера не ценят, Пангалера. Я вот что понял. Что сколько раз я видел Бруду, никогда не пикали Пангалера вообще, в принципе. Что для меня загадка. То есть они либо сейчас возьмут саппорта на лоспик к Наге, либо поставят Snapfire 5, а Легионку 3 и кого-то четверку, так что ли? Ну, Нага ЛЦ это, наверное, самая худшая линия в доте. Да. Вот, Нага снэпка выглядит поинтереснее, да? На ЛЦ снэпка тоже неплохой лейн, в принципе. И можно реально добрать какую-то пятерку. Что-то из разряда Crystal Maiden. Mm. Ну, кстати, еще из интересных банов. Это Рубик Мирана по первой стадии, Лина Фурион. Во второй у нас Лишрак МК Эмбер, Primal Beast, Тини и Квапа. Вот так вот, Квапа. Ну, Квапа просто потому, что Бэтрайдера взяли. Так-то... Ну, хорошо, хорошо. Так-то Квапу вообще никто никогда в жизни не возьмет в других ситуациях. Так, что у нас еще потенциально? Ага, Undyne. Why not? Да, Данк уже, конечно, против ЛЦ снэпки выглядит замечательно. Никто из них не может хорошо против них постоять. Ну и что, есть Энигма какая-то для команды Херхи? Нага и Энигма, супер комбинация. Неплохо герой против Андайнга. Как бы да, но... Ну не хочется же брать какого-то милишного астранжевика, чтобы он стоял с... ну, чтобы он стоял против Андайнга. Вообще я не хочется. Как-то просто видеть. В Юго-Восточной Азии особо и Энигму ты что-то в последнее время вообще не замечал. И не только про второй дивизион речь. Это у нас там в Европе сплошь и рядом команды готовы пикать, особенно в Западной Европе. Не, ну, в первом я, по-моему, разочек видел, как брали. Ну разочек, помню, вот видишь. Мало берут ее здесь. Это раньше это здесь. Да, Джабс какой-нибудь на троечке. Вот он мог. Там, может быть, диджей тоже раньше, а сейчас что-то не особо. Ну, диджей как бы тоже сейчас во второй дивизион отправился. Вот он во втором, может быть, в следующем. Слушай, DPC. Там, знаешь, там вот все игроки, по-моему, отправились во второй дивизион, но по факту нет, потому что там фулл дисбант, и никто из них играть не будет. Ага, то есть потенциально кто-то обратно в первый залетит, да? Да, большой шанс. Возможно. Того, что условного Армеля куда-то заберут, потому что игрок-то неплохой, как, в принципе, и Teams. Да как и вся команда, знаете? Да, но что-то у них типа шло. Как и у Херхи, у которых пока 1-3, к слову. Но еще одна победа, в принципе, и ты можешь рассчитывать на переигровки. Вряд ли сегодня, но кто знает. Хочется все свои матчи выиграть команде Херхи, что у них осталось 3 матча. 17-19, если они все эти... UDV и MAC. Да, то, в принципе, шанс у них есть. Если они сейчас проигрывают... Ой, сейчас они выигрывают Army Geniuses, то против команды MAC у них огромный шанс. Если они обыграют Army Geniuses, то вопросы к Army Geniuses. Не, ну почему? Ну, пока что они, что подались, ни одну карту не проиграли. Херхи — это, ну, команда достаточно хорошая. Допустим, но результаты пока во втором диви не очень. Да, но... Время покажет. Они вот выиграли у Полярис недавно одну карту, например. На БТСе, да, где-нибудь? Да. И, в принципе, вот сыграли 2-1 с Blacklist International. Blacklist International сейчас на мажор едут. Выиграли Fnatic 2-1. Ну, то есть команда может соревноваться, может что-то делать. Они вышли с первого места из группы. А после в группе того, как... они выиграли Полярис. Я после того, как покомментировал Mobile Legends, у меня теперь, ну и просто готовился пока к этой дисциплине, у меня теперь в голове Blacklist как раз-таки International, это победители Mobile Legends, чемпионат мира. Я такой, а, точно, в Dota уже они тоже пришли. Ну, Blacklist International... А, нет, подожди-ка. Blacklist International, по-моему, не на мажоре как раз-таки. Там сейчас талоны, скажу, Geek Slate, который GeekFan бывший, да. И Exacration, если не путаю. Blacklist International играли как раз переигровки против талонов. Так, а у нас драфт тем временем закончился. Beastmaster и Pooch. Угу. Симпатично. Так, это что у нас получается?
Кэрри Наг, естественно, медовый пак, тройка Бист. И четверка Снэфайр, пятерка Легионка вместе с Нагой, похоже, все-таки. Да, ну слушай, но в принципе линия Снэпка Бист, она не такая слабая, но там Undying, который в принципе их один на двоих зоне, да? Угу. Два странжевых героя. И в принципе... Не знаю, рисковый пик у Army Geniuses нету, знаешь, такого ярко выраженного кэрри. Ну, я так всегда говорю, конечно. Меня больше беспокоит отсутствие пуша, кроме бруды. Ну, это не проблема, можно всех убить просто. Ну, таких пиков, знаешь, что бывает проблема? Если 15 тысяч творца больше, то, в принципе, какая вообще кому разница? Ну, типа пуш, да, урон с руки нормально бьет, да. Ну, пачки тут скипают многие быстро. Нет, расчет против на это? Наги у них, в принципе, герои нормальные. То есть пуш хорош против Наги, точно. Ну, этик более-менее. Давай так, если не Легионка, как бы, которая один раз пока выиграла, но это так бывает, исключение из правил, палка раз в год стреляет. Вот. Но я, хоть и пик сверху выглядит неплохо, все-таки за Army Genius. По скиллу. Я не буду делать предикт. Ну ладно, чисто вот, вот уберем название команды по пику. Просто чей нравится больше? Ну, Нага должна выиграть, по идее. Ага. Ну все, отлично. Нага просто такой герой, который когда дойдет до слотов уже там минуте на 45-й, mm-hmm. то в принципе она должна закрывать как бы весь этот драфт снизу. Да, есть пудж, но пудж хорош там условно до момента, когда у пуджа агоним какая-то БКБ Шива, да, условно, или Лотус там. И потом у него прогрессия как бы дэмэджа по... Наги, она пропадает. А у Наги появляется был Торн, что если там у тебя БКБ кончилось, то в принципе все уже, да, ты умрешь, скорее всего. Если не дадут какой-то Лотус. Ну, потом что, появляется и Сильвер, и Хекс. Ну, в общем, как будто бы Нага посильнее Пуджа в супер-гипер-ультра-лите. Ну, кстати, касательно мнению. Контроля, здесь еще, по-моему... Так, что? Что-то они в чате обсуждают. ДБ Аста Enjoyer, что бы это значило? Давай после матча создадим лобби. Ладно. Возможно, что-то между ними. Какой-то локальный мем или что-то такое. Возможно, это какая-то игра Аста. Я знаю персонажей из аниме, но что-то не подходит. Не, ну слушай, большая вероятность, что это какая-то игра. Именно... Скорее всего. Мобильная, возможно, даже. Возможно, возможно, учитывая, что это Юго-Восточная Азия. В общем, что я хотел сказать. Касательно... Так, пока не забыл сначала давай коэффициент, потом вернусь к мысли. 2.9 у нас на первую карту на Херхю на Бэтбуме, 1.35 на Army Geniuses. И не забываем про промокод DPC и бонус 100% к первому депозиту. Пока что у нас по рунам, потому что Вариш как бы бежит. Вариш бежит, и что, перекликает ли он Рупидо? Рупидо? Так, тут белка перекликал. Рупидо был перекликан. Ну, ты с другой руны смотрел, я с другой смотрел. В итоге по две. Да, ну, пудж минус хук. Ну, в принципе, о, вот, Undying занимается делами Undying, уже как бы двух героев чуть-чуть пробил. Угу. Сейчас будет еще один дикей. А что хочет делать Снэпка? Снэпка хочет выпуливать пачки. Если она сейчас вот каким-то образом получит там 3 дикея и не дойдет, то... Вполне возможно. Крипов, то я не знаю, что здесь будет на этой линии. Мне даже будет больно смотреть туда, в принципе, кликать. Так, Бэтик уже тут отзонил пака немножко. Сам, конечно, тоже хп потерял, само собой. Не, знаешь, я вот видел кучу раз этот матчап, где вот стоит как раз-таки... Вот видишь, что происходит с паком просто? Да-да-да-да. А я видел, где пак стоит и даже выигрывает, и я думал... Как так? Почему? Там же Бэтик просто бьет пака, и шансов вообще нет. Ну, видимо, где-то Бэтики не доигрывали. Судя по всему. Потому что сейчас вот матчап идет так, как он должен идти. Да, сейчас да, да. Полетит Батрайдер на него под Фаерфлаем под вышку, чтобы не дать добивать крипов. Главное не пытаться Сагрет... бить с руки, а то вот так, да, вот сейчас произойдет. Сагрет Тауэр и проиграет линию. Ну, ну, он уже много потерял на самом деле. Возможно, действительно, надо ботовым планом пойти, Firefly уже использовать и просто задавить. Так, Нагу умирает, надо же.
Нага умирает? Да, Бруда с белкой. Вот тебе и ЛЦ пятерка. На первом уровне умирает кэрри-герой. Что ж, Рупида получилось у него выпалить пачку. Бомби с варежем вообще там бегают непонятно где. Пачка что-то там тоже потерялась немножко в лесу. Да, это, видимо, пытался соединить пачки он хотел. И, в принципе, у него получится. Ну и что будет? Бист здесь, конечно, будет страдать. Это ни для кого не секрет. Пуджа будет фулл фрифарм. Абсолютный фулл фрифарм. Я вот хотел по контролю пройтись немножко, пока у нас тут никто не умер. Пока действительно отзонили. Бутылка у него в пути должна быть. Нет, еще пока нет, пока не куплено. А Бетик, получается, сейчас пойдет оверуны контролить. После этой пачки, скорее всего. В общем, что есть? Сквозь БКБ есть, да? Пудж, Бетик и привязка белки. Все, это весь контроль. Слева его побольше. Привязка белки не работает. Я понимаю, я уже в целом просто обозначил. А слева контроль-то побольше. Это плюс. Так, там должны забирать тем временем Снэпфайр. Звонять ли пудж? Не хватает. Представляешь, ушла. Да ее даже убивать не хочется. Хочется сделать так, чтобы у биста все было плохо. На эту снэпку вообще без разницы, по-моему, всем абсолютно. Пусть бегает на лоу-хп, да? Да, ну вот он бежит пулить пачку опять вновь. По каким просто блочит. Так, ну тогда с бисмастером разберемся. Погиб ли ты, Рупида? Должен погибать, должен. Нет ли у Шреддера, нечем сломать тембу быстро. И First Blood. Нет, мог бы быть, он же был ранее на наге. Легионка тоже просела. И еще фраг для Бруды. Первый на самом деле для нее, потому что ФБ был для белки. Ну, видишь, как оно вот происходит. Вроде команда как бы... ну, не такая слабая херхи, да? Но они уже три раза умерли за три минуты. Казалось бы, как Нага может умереть на первом уровне от Бруды? Вот может. Все бывает впервые. Видимо, где-то подставилась. По-другому не объяснить. Ну все, отъедаемся. Вампиризм. Нереальный аджор. Пак пока, в принципе, неплохо себя чувствует. 15-4. Он подвышкой, да, в основном свое получает, потому что Бетик линию пушит. Так, ну тут позволил двух рейнджевиков добить на самом деле. Еще и за Denial. Denial-то побольше, чем у Бетик. Так вообще, ну, у него как бы по крипам-то все относительно ровно, и даже он чуть-чуть выигрывает. Вот, но видишь там, если бы он нажал Firefly от зоны от пачки, куча крипов бы не добилась. Да, он бы не убил пака, но какая разница, если все крипы бы просто погибли. Угу. Ладно, ЛЦ, знаешь, в принципе, вот, будет так происходить, что ЛЦ, если апнет левел, она реально может дефить Бруду, но белка будет постоянно находить в ЛЦ, и шансы у нее не такие большие. Но Нага будет огромный в любом случае. Ну да, он умер. Да, он умер. Но у него будет все очень хорошо. Да, он свое в лесу все равно наберет потом. Ну играется так и Бетик, смотрю, с паком. Постоянно так его форсит на шифт. На арбу. Пак, пойдет ли гангать топ? Кстати, Рупида. Так, пошла томба. Рупида. Паджик догоняет. Хватит ли ДПС? А, печенька зашла по кабанчику, так сейчас Паджик умрет. И Андайнг следом. Вот этот поворот. Я понял. Чё-то поверили в себя и на пол хп пошли драться с бистом. Да, такого уж никто не ждал. Будем откровенны. Ну, немножко фиданули, неприятно. Пачек еще, ладно, да, хуй здесь взял вместо кольца. Появляется руна на 6-й минуте. Супер важно взять руну. Смотри, в миди лассо мог бы дать. Батрайдер побоялся. Рефил батла. Чек руны от Андайнга. Чек руны от ЛЦ. И чек руны еще и от снэпки. Ну, Андайнг без тамбы. В принципе, он не такой полезный. И что бомби ворует? Воровство происходит. Ну, давай так. Бетику эту руну особо ничего не дала. Кроме того, что бутылку зарядил бы ты. Ну, хотя бы бабку заберем. Тут... Нет, ну почему ДД в банке это очень сильно, почему нет? Может быть. Ну, ты настакал, словно там... Хорошо, убедил. Ты просто зонишь как бы от двух пачек крипов пака.
Ладно, для ганг потенциала это, наверное, все равно не лучшая руна. Во всяком случае, для бетика. Для перемещений, да, для перемещений согласен. Ну что мы видим? Beast 2-3 Stunted Wars, жесточайший камбэк, потому что до этого всего у него было все настолько плохо, что я уж думал, как, что делать для камбэка. Но мы видим классическую мету Юго-Восточной Азии, да и, в принципе, уже, наверное, мету доты, что везде стаки, и с этим ничего не поделать. Просто посмотри на вражеские двойки, ага. Одну и на другую. Везде стаки, и это происходит из игры в игру, без остановки. Ну, молодцы, что во втором дивизионе это делают. Где, в принципе, нет стаков, их не существует. Ну, на самом деле, на Инте от этого что-то отошли немножко некоторые команды, да, там было достаточно мало стаков. Но, видимо, все-таки из-за того, что дота не меняется, все поняли, ладно, хрен с ним, фармим, у нас выбора особо нет. Мета меняется конкретно сейчас, то есть, да, с каждой минутой меняется мета вообще, в принципе. Чуть-чуть. Сейчас, ну, потому что как бы дота не меняется, поэтому приходится подстраиваться и искать что-то новое в любом случае, иначе ты будешь стагнировать. Ну да, да. Лего. Придумают вингу какую-нибудь пикать, и все начнут вингу пикать. Вингу пикают некоторые. В том же Китае все еще и любят ее. Ну что у нас в боте? Боте это Бруда, половина шестого левела. Скоро будет шестой. Ну уже, в принципе, можно сказать, что Бруда левел 6. А мы, друзья, не забываем про бонус 100% к первому депозиту по промокоду DPC, кликайте на баннер по трансляции и залетайте на бэдбум. Ой-ой-ой, бестмастер. Ладно, пуш, конечно, хорош чем-то против беста и его крипа, да, тем, что... Мне кажется, вначале то, что он кольцо не взял, а взял все фейзы, чтобы дальше доминировать на линии, вот как раз я с ним сыграл злую шутку. Регена не хватило. Возможно. Я хотел сказать, что пуш хуком-то убивает крипа в целом. Да, кабанчика? У нас сейчас доминатор, но крипто может и погибнуть. Это надо попасть. Да, ты прав. Против домика тоже хорошо. Джо Кем будет еще стакать сейчас. Огромное количество стаков для Бэтрайдера. Будут супер быстрые трава. Сейчас Олега все увидит. Позовет кого-нибудь. О, хаста. На нагу выезжаем, пока слипа нет. Не думая. Не, слишком много крипов ловит этого Йоуи. Там пак за кем-то идет? За, ну, наверное, не хочется ставить койл или хочется. Пытка задинается. На печенька до тамба. Стоим в сатиров. Так, томбу. Ладно, пофидели. Отлично. Feed me more. Заметил. Вард, наверное, да. Что был вард, но, по-моему, там и вард, и сентри варишь поставил. Undying, да. Лучше L6, что у нас у беста? Бисту уже едет доминатор. И будет тоже левел 6. На самом-то деле, под 6 левел как раз-таки беста. С нюком снэпки в 3, уже в топоры в 3. Можно этого пуджа просто уничтожать. Ну вот сейчас бетик дофармит травала. Он как раз-таки там кемп на двойке один зафармил. Обычный. И с травалами как раз-таки хостой можно будет загангать. Или сразу прожать хосту, попытаться задавить. Сейчас можно загангать пака, по-твоему. Но там летит уже снэпка. Боится. Как же он боится? Почему он боится настолько сильно? Ну, там только 2 стака было. Но в это время это сигнал на то, чтобы напасть на беста, но он рор прожал. Что по хукам? Есть. Ну, белка так, на всякий случай. Прилетел, оставил бурду. Ну, что ЛЦ не работает. Вот мы видим это. Мы видим, что ЛЦ не работает. Вышка упала уже. Да, мне кажется, она... О, задумал, молодец. Он, конечно, красавчик, но... Знаешь, почему не работает? Потому что все бруды разводят пауков, все, они не ходят пачка, как это было раньше. Не, ну в принципе, у каких-то команд-то получается... Все же так не делают? Нет, ну, условно, у Gaming Gladiators получается выигрывать с LC пятеркой против бруды. Ну, против кого? Здесь как бы, ну, против нормальных команд в Европе. Например? Тебе пример игры привести. Да. Хорошо. Ну, ты говоришь, нормальная команда, вот я спрошу, у кого? В Европе нет плохих команд сейчас. Ну, допустим. Так, тут DreamCall тем временем, Undying уже погиб. Рвет бетик. Белка просто... Возможно, кстати, погибнет, но нет, не хватит. Ну, вообще, кстати, у нас с мида бетик-то все равно, конечно, в отрыв уйдет. Небольшой.
Но... Ну, вот у команды Entity, например, выиграли. Хорошо, интересует хорошо. Такое? А там, случайно, не Сойна, когда пикали Entity? Нет, там темпуарка против. Ну, хорошо, хорошо. Это хороший пример. Также вот был Bad Boom Christmas Show. Там тоже был, мы видели LC пятерку. Тоже залетало, в принципе. Ну, то есть, ну, это было, да, давно. Как бы мета меняется, игры меняются. Ну, команда понятно, что-то тестит. Это что... работало конкретно против Бруды. Угу. Просто тут, наверное, нужно, чтобы команда как бы очень хорошо играла с этим. Что, что размен таверами? Пуч. Будет ли погибать пуч? Ну, вообще он не отступает. Будет. Сейчас его за это могут грохнуть. Курьерчик улетел у Пака, туда же пришел бы Тик. Айови, он под птицей. Айови, то куда? Так, белка промахнулась привязкой. Кого кастуем? В Паке что, кстати. Можно было бы разменяться, пытается как-то отхилить андайнг, не выходит, Пак спереди. И вышка падает, кстати. Паджик умрет, Паджик умрет, Паджик умрет. Вопрос, насколько быстро. Пытается бежать, не попали по нему. Будет ли дуэль, дуэли пока нет. О, топоры! На мясо пустили. И вот как раз-таки появляется дуэль. Ай-яй-яй. Как же на фиде для Army Geniuses? Отвратительный файт для Army Geniuses, просто ужасный. Мало того, что они нафидели трех героев, так еще и Тамбу. И в это время еще и Нага фармит, и топ-нетер занимает. Да, конечно, да, три топ-нетворца как бы за Army Geniuses, ну примерно, да? Если не брать Нагу в расчет. Вот, забрал Пака наконец-таки бейтик. Дождался правильно, момента. Наконец-то, наконец-то. Что LC? LC, старый спелл? LC сзади бежала, но было слишком далеко. Воу, прилетает. Слушай, дождался выстрел белки, неужели уйдет? Не должен, не должен. Но печенька. Все-таки добивает бетик и отходит. Куча урона. Снэпки уже худ, между прочим. 20 стиков худ. Воу-воу-воу, совух, печенька! Так сейчас умрет бетик. Все, умер. Вот че он давил, непонятно. Ладно, упал мид за это у команды Херхия. Прилетел пак мид, что у него пока и лук, койл есть. Ну, как-то ему опасно его ставить. Хотя можно. И что, рапида? Продаем андайнга, уходим. Ну, Херхи пока молодцы. Это стоит отметить. Ошибается, скорее, Army Geniuses где-то побольше, да, наглеют. Но Херхи тоже похвалить надо. Ну, Army Geniuses пытается играть с первым номером. И на все отвечать тоже. Это... Не факт, что будет работать. Нага тем временем 7140, и уже у него есть манта. Уже есть манта, это супер крутой тайминг. И что будет дальше, я уже боюсь представить. То есть, что делает Пудж, у которого просто вот скоро, вот в один момент у Пуджа просто очень сильно просядет игра. Угу. Вот, появится второй домик, они там пойдут заберут какой-то тавр миди. И Зарор могут этого Пуджа просто сносить в секунду. Это как раз, знаешь, из той серии, когда он мог бы купить просто обычный сапог, не апа его фейзы, вунгвард сразу и просто фаст аганим. В принципе, у него был бы уже сейчас аганим. Здесь худ не помешает, кстати, смотри-ка, выход мид от команды Херхи минус тавер. В принципе, тоже хорошее действие. Ну и Нага. Нага не умрет. Тут надо под лосо байтика никак умрет, иначе. Мид не дефается. Да, конечно... Пока что игра полностью в нуле, ну то есть, если так посмотреть, да. То... Ну давай-ка посмотрим, ради интереса, они должны были поменяться. Да, на Херхи 1.75, на Army Geniuses 1.95, вот так вот. А на серию? Крем еще загуривает, и килл еще к Army достается, это... Ой-ой-ой-ой-ой, да, тут, конечно, игра будет такой, что... Затянется. И она не факт, что на пользу Army Geniuses. Да, либо игра закончится минуте на 30. Ну, тут просто к тому, что игра затягивается, и она явно не на пользу правому пику. Лук. ЛЦ, будет рор, 100% будет рор, и... Ну, Лего погибнет. О, лосо в Лего надо же. Настолько фраг хотелось. Отлично. Припас доминатора добить бы. Тоже неплохо. 102. Почему 102? А, вот так. Первый раз вижу, чтобы за крипас доминатора дали 102.
Что в топе? Хотят убить. Есть у Пакович Блейд, сейчас он стал. Да там Блинк уже почти. Что, Йови? Ай-яй, улетел. Было видно его на птице. Микросекунды не хватило Паку, чтобы прилететь на этой орбе и что в боте. Неужто минус Бруда? Вот так просто, сухую просто. Умирает Бруда, еще и Undying сейчас погибнет. Койл по троим. Койл, кстати, очень хороший. Ну, дуэль давать не хочется. Нужен бист срочно. Так, пришел убийст, и хуком не попадает. Ну, Пака уже не достать. Шла бабка, зафармил томбу. Погиб Undying, да? Животные добили, да. Видимо. Тамба, конечно, должна быть как будто бы замакшена против Шреддера, но... Ладно. Его право. Пока так. Че, бейтика 500 БКБ, у Бруды уже, в принципе, есть грифсы, то есть, по сути, он может с себя снимать сетку Наги. А по сути, тут по дизейблам-то, ну что, Койл, Роллер и сетка Наги, остальным не попасть. Наверное, ждут Army Genius из какого-то БКБ на бетике и... Кстати, смотри-ка, Карма. Неужели вот так умрет? Просто вот зайдет тут пешком путь и просто убьет? Серьезно? Топнет Ворс Нагу вот так? У меня где другой вот вопрос. Я в этот момент смотрел, как вышка падала, и Бруда не ломал катапульт и бил остальных крипов. И даже не пытался задонайтить вышку. Ну ладно. Это ты уже, конечно, да. Че, придирайся? Да, есть такое. У него другое в голове, он думает так. Сейчас мне нужно развести всех пауков, чтобы дать абсолютно всю инфу своей команде. Так, где я буду фармить, идут ли на меня в смоке. Это тут про вышку какую-то. Кому это вышка? И вот там еще... Да, кстати, бомби может погибнуть сейчас. Ага, призатак, снимаем лосо. Хук бога. Оу! Ну тут пришел здоровенный големчик, хп стало побольше. Снэпку мы заберем. Наги пока нет, она появляется, но она летит сюда не собирается. Рор, а Наги потеряем. Но это пока что все. Сильно лупит крип. Но это может быть минус крип. Кстати, пуля. Пуля попадает. Кстати, замедленно нормально так Рупида, но не хотят идти за ним дальше. Пуш дагер делает. В принципе, респектабельный артефакт. Ой-ой-ой. Чуть не попал в Нагу. Ну вот сейчас должна быть реализация как-то пика силы команды Army Geniuses. В принципе, да. Аганим БКБ грифсы — это то, чего им было нужно. Но Нага с Арчидом идет в Рошана. И абсолютно... Хотя, вроде знает. Кстати, вард стоит отличный. Команды Army Geniuses. Так, там Рошана бьют, да? Если смог... Смог перекладывается, 4 секунды смог, а Рошан не успеет, уже падает. Не успеет. Рошан уже погибает, Рошан уже умер почти. И что? Что будет? Будет ли файт? Или убегут просто Army Geniuses? Файт ни за что, Нага. Быстро снять. Нет, слип. Хотя, БКБ, Бетик успеет, наверное, снять. Должна быть мета. Дуэль пошла. Ух! Ух, очень даже хороший, ломает полностью позиционки команды. Минус ультимейт бабки. Есть дримкоил. Паджик должен умирать. Тут же очень плохо. Тут же мега успеть, плохо. Успеть нанести дэмэдж, сколько может отжираться на дизмембере. Нага, Дикей, на развороте. Что Нага? Должна погибать. Все, она прям под бэтиком. Да, и Нага умирает, это вообще минус все, да? Чуть надо гонять. Тамба появилась откуда-то. Казалось бы, откуда здесь может взяться тамба? Firefly. И сжигаем баб. Трипл килл для Бурды вообще. Закидала всех, заплевала. Нет, конечно, если у Пуджа появляется БКБ, я вообще не понимаю, что с ним делать. Но Нага пока слабенькая. Конечно. Да. А я, кстати, не знаю, может быть, стоило все-таки мейдж-слэйер, наверное, купить против Паджика-то. Да нет, ты его и покупаешь, бэтика. Но после Тараски, ну, ты покупаешь Тараску, мейдж-слэйер, и, в принципе, ты уже готов. Тебе даже Буттор не нужен. А может быть, сейчас мейдж-слэйер? Он недорогой, да, нет, 2000. Слишком мало хп, 1600. Ну хотя бы Клак. Ты обязан иметь Тараску. Хотя бы Клак вместо капли, не? Это вот, ну... Есть, знаешь, какие-то обязанности на работе, ты должен их выполнять. Вот ты на ноге обязан купить Тараску. Ты не можешь этого не сделать. Ну хорошо. Топи, смотри, Пака съели просто вот... Да. Белка, видимо, попала, связала. Даже без ульты. Нет, лучше, что Дагер прыгнул и это скушал. Тоже. 1000 преимущества за Army Geniuses. Все-таки скилл... Скилл решает.
Но опять же, тут все равно Пикслео, если затянется, будет тяжко. Так что пока рано говорить. Но пока да, пока да. Знаешь, незаметно какого-то экшена от Пака и Беста вместе. Как будто бы они раздельно немножко играют сейчас. Ну вот он смог. Смог с Нагой только. И без Пака, да. Пак никак не присоединится, у него ПТ, у него нет рвалов. Бурды, кстати, пайп грифсы сейчас будут. Пайп против Пака, это вообще, в принципе, супер артефакт. Пак вообще не наносит урона. А, у Radiant Pipe у Snapfire будет. Быстро, ну, долго, видишь, быстро, долго ломают. Но Philosopher Stone нашел. Поэтому так. Бурда долго пока лопает. Там наговор пока здесь сильнее бьет. А это я еще не приплюсовал Беста, который основной урон по вышке. Пока что. Ну, кстати, как смотри, видишь, он взял этого. Army Genesis. Да, я вот видел Беста, который берет другого крипа ледяного, который КД уменьшает. Угу. Это недооцененный крип. Видимо, некого было брать, взял первого попавшегося. Но для вышки пуша неплохо смотрится. Так, Докс должен умирать. Смог для от Army Genesis. Или нет? Нет глифа. У них нет глифа. Пуш. Паджик. Пока. Зацепил Пака. Рор, будет рор. Рор срочно. Белку успел связать. О, дерево снялось за счет топоров. Тамбы. Нет, тамба. Тамба, по-моему, вызвала зомби. За счет появления зомби появилось дерево, по-моему, так. Возможно. Мне казалось, топоры просто префом полетели, чтобы нанести урон, и поэтому... Топоры тоже могли полететь. Я, честно, там свизу бурда. Флип. Дуэли уже нет. Рора, кстати, тоже. Может, просто побежит к кустам. Печенька почему-то на другого крипа, далекого. И хватает. Сетка кончилась. Замедлился в конце. Но... Неважно, там все равно умирал с нюка, и Бетик плюс 250 денег скрипа получил. Делает форстав, кстати, люблю я форстафы на бетрайдерах. Плюсую. Вытаскивает по старинке. Да, по старинке реально. Old school. Так, барабан. Кстати, видел этот, не знаю, видео не видели, абуз с барабанами? Естественно. Все было замечено впервые в этом регионе. Мне кажется, он не будет его использовать. Тут просто, знаешь, такой вопрос, как бы, ну, наверное, это чисто на раз делается, да? Не, ну да, да. Ну, просто... есть команда, где играет игрок такой Зил. Не помню, в какой команде он играет. А ты про какой из? Я вот два знаю абуза на эти барабаны. Ну что, разобрать транквилы просто, и у тебя будет заряды. Ну, ты имеешь в виду, когда ты покупаешь рецепт на обновленные барабаны, да? Да, да. Разбираешь. Нет, обратно. Когда ты покупаешь Boots of Bearing. Ты что-то там лочишь барабаны, собираешь, потом разбираешь их, и у тебя... Ну, по-моему, ты собрал, граммов. Просто их разобрал, да. И главное просто их не прожимать. Почему? Ну, если ты бутсов... Нет, я именно про бутсов Беринг, когда ты их собрал. А, ну это понятно, да, это да. Понятно. Кстати, что... Что с ЛЦ? Не погиб ли он вот так вот просто? Так, ну, Паш прям наглеет, как будто у него Егис, а его уже нет. Труп. Ну, ты пока живешь, почти. Но недолго. А там быть сколько урона наносит? Рор, конечно, ему дали, но на год-то на лоу хп. Не-не-не, все, уже нет. Окончается, нечем дамажить. О, как же бабка там дамажит, сейчас бруда погибнет. Успеть забрать Беста, конечно. А больше некому бить Нагу. Хотя белка-то бьет, но этого недостаточно. Надо бочку срочно. 4 стака спадут. Манда. Ну да, спадут. Бетик убежал из хорошего, но Пуджу так нельзя. Пуджу так нельзя, куда он, куда? Вкусная легионка. Слишком рискует In Your Dream. 4 смерти у Баджика, без БКБ. Да, он, знаешь, вот так, как будто немножко недооценивает уже команду соперника. Определенно, это все карту прослеживается. Немного как-то какой-то дизреспект прям идет. Он прям со старта, как только взял фейзы вместо колечка после обычного сапога, сразу это было показано. Что он хочет наглеть и несколько раз уже поплатился. Ты хейтер Пуджа. Я? Нет, ну просто отмечаю то, что никого не хейчу, ни в коем случае. Лишь замечаю и предполагаю. Что Пак купил Сэнджу. Теперь Пака как бы вообще, по-моему, не взять. А знаешь, и какой кайф у нас? Дальше жестче. Ну-ка. 2.5 на Army Genesis уже дают.
Вот так вот. Мне кажется, это самый высокий кэф за все матчи их. Это, в принципе, логично, что Inner Dream просто играет очень странно. Такую игру на Пудже вообще нельзя ошибаться, нужно быть нетворсом просто огроменным, но, кстати, бэт, тп, мид, не опасно ли? Хотели цеплять опасно. Уже. А БКБ не было, да? Нет, откуда у него? Там было все, но есть рор, как бы. Ну и что, под вард идут убивать бруду? Шансы на убийство? И пошли, хотя видели ее. Так, ну что, начинается вот это. О, что это за два курьера? По миду летели, скипнул. Да? Скипнул пачку Йови, соответственно, вышку они не заберут. Там в курьере ничего особенного не было. Телепорт для пака. Пуш опять пуш балуется. Ему надо быть аккуратным, знаешь, вот так. Просто он ловит рор вот сейчас, условно, да? И кто его спасет? Кто? Ничего, никакого сейва вообще нет. Да, есть варстаф у Бетика, но этого не хватит. Дадут же дуэль условную, и все. Не помнишь, на Бетике это в шар добавляли или в аганим, когда он мог давать лассо в тиммейты? И типа наверное, тебе давал неуязвимость там процентов 70-80. Ну, мишень урон. Вряд ли аганим. Аганим, по-моему, всегда один был, что лассо двоих давалось. Наверное, скорее всего, в шарде было. Или талант, может быть, на 25-м. Короче, в общем, такое было, но потенциально здесь только хила на энгейс. Что Genius, кого не мог найти? У Пака, в принципе, КС Энж. А вон, получат, сейчас найдут кого-нибудь, если зайдут. Вот Нагу найти, конечно, было бы очень хорошо для них. Ну все, отступают здесь, верхи. Или нет? Пак. Нашел. Будет койл? Или не будет? Так, обманул Пак. Ну, батька-то дальше идет. Че, не зашел? Орб увидит. Что же делает Пак? Что же делает Пак? Куда? До сих пор найти не могут. А телепорта нету, Пак, у него курьер мертвый. Это шутка. Они не знают, да, о том, что у него телепорта нет. Вот. В принципе. Все стало понятно после этого момента, что ж на Бетик еще нападает в миде, он печеньку он не ловит, нажимает БКБ. Ну он мог умереть, если бы не прожал на самом деле. Что Рошан? Рошан жив. Второй Рошан с шардом, важнейший. Рошан. Бетик без БКБ, 80 секунд. И есть Буторн и Тараска уже. Вот Нага дошла до той кондиции, где она уже против Пуджа, в принципе... Уже пофиг на матчслэйер, можно БКБ просто. БКБ кончается, а матчслэйер вечный. Бруда, кстати, под вардом опять. Нужно кому-то начать, но как-то странно, они бегут, он же с ними... Какая хорошая печенька. Вообще хорошая. Обратно. И дуэль. И минус Рошан еще будет, но Пак... Пак умер? Под лосо? Пак решил подарить, так сказать, надежду. Ну, вы все равно от основной проблемы не избавились. Большая Нага. Так, лезу драться. Паджик замедлил, они поняли. Не, пуш он тоже понял, БКБ прожал, прыгнул. И что? Едим пуджа пока под БКБ? Ну, вампирится. Очень быстро лопнул под Блуторном. Что это я было? Я говорил, БКБ не вечно. Как он быстро умер. Ну, заберете вы снэпку, допустим. Может быть, без 100. Вообще никого не заберете? Хоть кого-то. Ладно, Нага все это время пробегала за андайнгом. Есть гем у Бетика. Бруда, которая погибла недавно. Ну, толку от него здесь немного. Ну а что сделать? Нет лосо. Нет пуджа. Опять печенька, опять Бруда умирает. Вышла с базы, называется. Хотя успел грифсы нажать. Но там сверху дуэль пошло. Привязка от белки неплохая. Выиграть дуэль. Надо отойти Бруде, если сможет. Но возвращается Пак. Забирает бабку. Но андайнг умрет. Очень много ДПС, минус армора от Наги, заберут, скорее всего, и белку. Ну вот она, Нага, под луторном. Ну, Нага улетела, в принципе, на базу. Хотя хотелось бы, чтобы Нага пошла и убила Рошана. 4 стака, 4 стака, 5 стаков. Пак опять умирает. Вот так? Линки нет. Ну и хорошо. Без кнопок тяжело уйти. Ладно, команде Army Genius сложно самим забить Рошана.
В общем, как-то знаешь... Вот, тяжело, тяжело им будет на самом деле потом. Что делать потом? Вообще, типа, RNG, знаешь, какой шанс будет? Если Нага ошибется. Вот пока ошибается, ошибается. Много ошибается. Вопрос, когда Нага ошибется? Когда? В минуте на 36-й. Ага. После паузы? Не, просто. Допустим. Просто так. Сейчас лотосы будут появляться массово. Вот у Бистмастера, у Белки, еще у кого-то. А, возможно, у Белки, кстати, был бы лотос, но курьер. Да, в курьере. Шива решил сделать пуджик. В принципе... Ну, надо как-то этот минус армор, который Нага снимает, нивелировать. Да, в принципе, Шива против атак спида Наги и ее иллюзии очень это хороша. Тоже. Ну, небольшой АОЕ, конечно, плевок, так сказать. Сколько у нас Шивы снимает? 30? Скорость атаки. Ты меня задашь. 45. Ну, я к тому, что он, в принципе, пассивку Бестмастера нивелирует. Там 50. 45-50. Считаю, что... Ну, не оффает, то, по крайней мере, этот баф аннулирует. Что? Команде Херхи нужно нажимать смок, потому что... Они же спокойно просто убивают Рошана, БКБ у Наги, БКБ. Как так? Думал, я купит, что он купит какой-то хекс, но на самом деле нет. И что, найдут пуджа? Как начать? Нужен рор, о, срочно. Печенька, умер. А почему не нажал БКБ? Был же шанс. Ладно, лоту. Допустим. Есть еще похилить его от Дайнга. Хотя хилится. Может, все еще и выживет. Еще и Рупида воняет. Нормально, ес Нагу. Вообще урона нет. Так сейчас быстро умрет Паджи, как в прошлый раз. Лотоса-то уже нет. Дуэль пошла в бурду. Это, в принципе, не важно. Андайк тут подходит, будет умирать. Успеет ли дать дикий второй? Забирает пока что левую. Слип. Будут ли отступать? Забираем пока Андайнга. Красиво так Нага отошла, чтобы Андайнга можно было забрать. Андайнг пока не выкупается. Легионка уже выкупился. Пытаемся сломать варды. Бежим за брудой. Бруда уже без кнопок. Умирает под луторном. Спустилась Нага как-то. Печенька. Шедевральнейшая просто печенька от бомбе. Так, Паджик съест Снэпфайр, а что дальше делать? А что потом делать? Как уйти отсюда? Куда он? Бруда выкупилась. Нет, все выкупились. Все, умирать, Падж. Ну, забираем все. Всех, кроме Наги, опять же. Проблема в этом. Ну, Йови там что-то старается, что-то делает, но... Он тоже может умереть сейчас от Даггер. О, Вичблейд прокнул. И гем выпадает. И Бруда после бая. Ой-ой-ой. И Падж с байбека. Все с байбека тут возвращаются. Кого байбек-то остался? Нагу деле... убить. Нету сайленса. А что Нага? Улетает, что ли? Нет, хук! Сбивает телепорт. Ну и пак надо уходить. Сможет ли он... Но у него нет байбека на Наге. Ну, кстати, потратили супер много команды Army Genius, и Староша она не... 4 байбека. В размен на один байбек на легионке. Ну, надо забирать, выбора нет. Пинаем всем селом. Пак будет пытаться воровать, полюбас. 4 байбека, это, конечно, сильно. Чаще бист прибежит. Чуть мне кажется, Наги они не успеют. Если бы Нага байбекнула сейчас, я думаю, команда Army Genius была бы супер тильти, но не хватает. Как же им что пуч? Пуч, в принципе, БКБ есть, но ХП у него половина уже. Рор есть. Это страшно. Бежит просто сюда бист. Приходится нажимать БКБ. И там ХП, Рошана, Егис для Пака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это трон. Не только Егис, может быть, что-то еще для Пака? Шарт, например, думаешь, достался? Например, Койл по троим, и это довольно... Нет, довольно... Шарт, по-моему, бис забрал. Сейчас посмотрим по файт рекапу, если он активировал, значит он. Ну, я бы сказал, это провал все равно. По-моему, у него был свой. Пака шарт появился. Пак активировал на Рошане, да. Пак, да. Пак скоро 25-й. 25-й знаешь, что значит на Паке? Это, Дримкос сквозь БКБ. Да. Соответственно, это супер-мега... А сколько у него уровень уже? 23-й? Да. Ничего себе. Да, 23-й пак. Но бетик тоже на 25-м. Мы знаем, что герой с рефрешером, в принципе, творит чудеса. И у бетика, на самом деле, игра-то супер хорошая. Йоуи пока 10-3 играет. Так, а если ему чем-то... А, ну форстав, слушай, линку сбивать. Если будет успевать. В принципе, белка начнет, привяжет, а Бетик будет ловить. Ну или тот же Паджик. Главное кому-то сбить линку. Будут ли бояться команда Херхи идти на своего врага?
как бы они не должны, потому что нет бэбэка в фарме Genesis. Сейчас, знаешь, какие-то, ну там, 2 килла, допустим, убить Undying, убить какого-то пуджа без бэбэка, и ты уже можешь чуть ли не две стороны сломать. Да-да, если не в трон. Ну и надо вот херхи принимать решение, идут они куда-либо или стоят фармы. Ну давай посмотрим, есть ли что-то, что нужно прям да, срочно докупить. Вот так вообще в молнии. Говорит, раз хочется... у меня шар, ты бью с руки. Да, он хочет талант взять не на DreamCoast сквозь БКБ, он хочет взять талант на... Ну тычки с DreamCoast не обязательно, просто сам факт того, что у него с шифта есть тычка. Не падает на панчик, ну так, размять. Ну что, боятся херхи, боятся. Вот у них, казалось бы, Аегис, да? Нет байбеков. Казалось бы, можно было бы и пойти поубивать героев фарми Genesis без. Может, байбеков. Нага хочет Скади добить. Ей осталось немножко. Правда, без бай останется, но... Нет, если что, ни у кого байбеков, кроме Бэтрайдера. А у Бэтрайдера даже денег нету. То есть так, любой килл... Ну, Снэпка уже пиликает, говорит, стоп. Поехали. На ХГ. Где без сауры? Нужна срочно аура без та вот на это все. Потащили бабку, быстренький минус дать надо было, надо бы. Отличный минус. А белка не смогла связать, надо допулить белки. И не добивают, что ли? Сгорит, нет? Ой, орешек не хватило. Ну, слушай. Жаль, я уж думал, они будут драться, кстати. Они отогнали, по факту, еще и пака надо бы накрыть, но у него Егис гнаться за ним долго. Бесконечный Firefly с Октарином. А, взял он талант на Firefly, оказывается. Я смотрю, он постоянно на нем. Ну ладно, ладно. Просто талант на бочку и на 25-м как бы стакается супер сильно. Да, две бочки. Это мощь. Так. Вот он Скади. БКБ Легионка, кстати. БКБ Легионка? Да. Ну хочет, видимо, в дуэль подольше подержать. Не умирать легко. Того же паджика. Ой, драться хотят там между Юзусом. Это риск. Забрать быстро без того. Он без бая. Хорошо, быстро получилось. Бомба стоит. Потеряли белку. А что, если БКБ сейчас съесть ее, она же просто умрет. Бабка сломает бомбу сейчас. Не умрет. В бомбе точно погибает. БКБ потратил пуш. На бабку. Анага. Сейчас паджик умрет очень быстро без БКБ. Где Лотус? Помогает Лотус. Съедает Нагу, но пока она в БКБ. Надо иллюзии сломать. Все, уже попроще будет. Подходит Лего, забил Андайнга. Сейчас игру проиграют здесь они. Да, нет байбека ни у кого. Есть, конечно, байбек у Бэтрайдера, который скипит пачку, кстати говоря. Тоже очень важно. Ну, Бурда умрет. Скади работает. По-моему, лучший вариант был все-таки забрать Биста и уходить. Он сейчас пошел скипать бетик. Но пачка снизу есть, там Т2 стоит. Пошел там скипать. Сверху крипы сами справятся. Ну, бетик, ладно, выиграет время. Скипает, но да, ну так-то денег тоже зарабатывает очень много. Стоит это отметить. Белка появляется. На самом деле, если у вас сот через 10 секунд какую-то, вот какого-то, знаешь, там, загулявшего какого-то ЛЦ можно даже и подзабрать. Почему бы и нет? Так, а что по базе бегает Нага? Крипов нет? Хотя на топе. Потащили. Смотри. Ну, очень долго, это много ДПС надо. Лего рядом, если что, подсейвит. Бетик, дуэль пошла. Нага забоялся, однако сейчас вернется, убьет Бетика. Ну, вот так вот. Он с баем. А, он без бая? Не, денег нет. Что он купил? Он Вичблайд купил. Зачем? Каким? Как? Возможно, еще шарт сверху, но это не точно. Хорошо. Его право, в принципе. 16к преимущество. Минус две стороны должно быть. Что Джо Кэм? Не боится ли он так подходить? Потому что пакты с даггером, пакты с Кайлом. И с Октарином, между прочим, уже. Так. Т3 сыпется. Там же и следом бараки пойдут. С одним паджиком времени не выиграешь. Почему трейдер без бая? Ладно. Это мы опустим этот вопрос. Главное сейчас посмотреть, что будет происходить на третьей стороне. Глифа нет, напоминаю. Можно просто идти all-in в строение, вообще не драться и, в принципе, сделать нет крипов. А что они и делают? Типа два трейдера, что, в принципе, нет байбека, и будешь просто прыгать в центр файта. БКБ пока не нажал, есть лотус.
Это может быть даже хорошо. Все это время под лимером. А, не, он даже не нажимал. Вот только сейчас нажимает, порвав дримкоил, дуэль пошла. И нет, нет, успел КВ нажать, но это не помогает вообще никак. 20 секунд вебэк, 20 секунд. Ну, допустим, и бетик тоже через это время появится, поэтому желательно остальным надо вот эти постараться. Надо убить строение команде Херхи, срочно нужно давать строение. Потому что появится бетик, появится байбек у Пуджа, нет глифа до сих пор. Ну и мяк крипы. Так, появляется бетик, Пудж может байбек тут. Почему-то не байбекается все еще, почему не байбекается до сих пор? Уже без та утащили. Там и он диск прокнул, призатак, слип. Бетик успеет забрать без мастера, не достал слип. Нога улетает. Он талант на бетике он взял очень интересный. Ну, бить с руки хочет. Не видел. У нас мидеры, понимаешь, они урон с руки идут. Угу. Пак передумал, между прочим. В отличие от Геови. Ага. Ну что, значит ли это конец первой карты? Мне крипы против Наги Беста. Тяжеловато. Против, ну точнее, с героями, которые, знаешь, даже там условно, если сейчас они всех убьют, допустим, какие-то там подумают, так, все, Golf Tron. Они же даже его не сломают. Там крипы просто не дойдут. Вот первая пачка крипов сейчас только подойдет. Построение вообще нет урона справа. Вот. Да, да, да. Особенно про смех крипов. Ну, то, что на драфте тоже отмечали, да. Так, Нага 6 слотов, второго ла купила. 25-й. Мурда 23-го, Пуч 23-го, Худвинг 20-го, Андайм 19-го. Ну и кто у нас еще есть вообще? Бис 19-го, ладно, как-то... Ну ладно, сел книжку, стал 20-м. Снэпка тоже 20-й. И... ЛЦ 18-го, кстати, дают дамеджа много уже за дуэли, можно, ну что, ходить. Пока нет Рошана, надо... Ой, в смысле, пока наоборот, Рошан есть, можно забирать и игру заканчивать идти. Они не пойдут. Это прикол. Пока пойдут нет бабки. Арми Джиниус и Смоке первые дадут лосов кого? Дадут лосов ЛЦ, в принципе, килл хороший, но есть у него байбек. Да он даже Трестон не умер. Он ух, очень ух, не хорош, попал. Конечно. Минус лосо. А что патрону? Бетик пытается улететь. Дефать. Успел. Томбу поставили в надежде, что непонятно. Надо уходить. Нагу, вы ничего не сделаете. Пуч без байбека. 5 минут. Ну это, знаешь, такая медленная концовочка. Вопрос, сколько еще армия Genesis продержится. Интересно, почему они не пишут ГГ, ведь хочется им... Надежда умирать последний. Пикнуть нормальных героев в next игре и просто выиграть. Надежда умирать последний. Что, гони в Рошане. Гони можно Наги, в принципе, да, дать. Будет, наверное, очень комфортно ей с этим аганимом. Сквозь БКБ сетку против, тоже. Против Бетика условного, который... И Паджика тоже. Ну, Паджика так быстро курьер, разваливается. То, что курьер у Бетика умер с аганимом, тебя не интересует. Он опять взял без байбека? Да, опять. Вот это неприятно. От крипов, да, умер? Да, и что, будет ли прыжок от Херхи? Будет ли Дримкоил по двум корам? Не, не будет, не будет, не будет. Так, лосо, биста, но там сразу дуэль. Вместо того, чтобы спасать тиммейта, но... Слипнаги. Какая печенька должна была выплыть. Да и без нее справляются. Там будто будут убивать. Должны убить батька очень быстро. Хотя пока жив за счет глимера. Ну опять же, какую-нибудь легионку мы съедим. Слушай, второй раз у нас выигрывает легионка пятерка. Да. А это не второй раз подряд Херки выигрывает с ней. Не, ну может быть. Если посмотрим. По-моему, Полярис не выигрывали, но я не уверен. Нет, вот Херхи, тебе и команда Херхи. Вот команда Херхи, ты ожидал такое? Нет, я еще больше в шоке, что они с легионкой пятерки действительно второй раз побеждают. А я... И вновь против Бруды. Что команда на самом деле очень даже хорошая. Недооцененная. Возможно, ты прав. Так, ну ради интереса по рейтингам пробежимся у команды Army Geniuses. Вич Доктор 113.
Бруда 114, Беттик 7 ранг, Белка 28, Паджик 34. Вот у Херхия я тоже не помню. Бист 66. Снэпфайр 72, Нага 99, Джейджи 115 на паке и Легионка без ранга. Ну так-то если суммарно посмотреть, не включая Легионку, так-то у Херхи ранги даже, может быть, повыше. Да, и в принципе команда хорошая. То есть, да, они вылетели с BTS Pro Series, но они там достаточно далеко дошли. Они заняли, сейчас скажу, какое место. Топ-5. Наравне с Boom Esports. Выше Spawn Team, выше команды E-Home, выше команды MAG. Так что со счетов списывать Херхию точно нельзя. Да, в переигровке она уже не выйдет за первый диф, но остаться ей как бы надо, если ребята хотят дальше играть, в принципе, вместе друг с другом. Ну, есть момент, да, что, возможно, раз уж все игроки такие хорошие и там могут хорошо исполнять, зачем оставаться в команде, в которой у них, очевидно, нет результатов и ничего не получается, да? То есть, может быть, они просто не хотят играть вместе друг с другом. Ага. Вот такой вывод, да? Ну, вдруг. Сейчас пока что мы видим, что они выигрывают Army Geniuses. Army Geniuses напоминает 4-0 счет. И первая проигранная карта ими. Да, такого вообще никто не ожидал. Ну, у нас в любом случае впереди еще вторая карта и, скорее всего, третья. И мы вернемся к вам уже со второй картой.